Это можно бесконечно приводить, вот эти чудные примеры, забавные. Но, чтобы все-таки похвалить надо наших иммигрантов, я вам должен сказать, что мы все равно, американцы нас не вычислят. И вот это видно по следующему тоже случаю, который произошел на Брайтоне. Стоят двое наших. Сейчас гордость за наших испытаний. Стоят двое наших на Брайтоне. Разговаривают давно уже там, подъезжает американец, опять непонятно как попавший туда, и спрашивает их, как проехать. Ну, вы понимаете, что они понимают, они... Он же по-американски спрашивает. Американский язык особый, он такой, такой вот кто учил английский, не все понимают американский язык, потому что американцы ведут себя во всем мире так, как москвичи ведут себя в России. То есть гордо, задрав нос, и говорят пренебрежительно. Как будто картошки жареные набрали в рот так. И ему не важно, понимаешь ты его или нет. И это, а наши, мол, езжай, куда ехал. Американец развозлился, он американец, он пуп земли. Он еще и настойчивее, еще с большей гордостью. Наши ему еще искренне, мол. Американец плюнул, разозлился, закрыл дверь. Вот я горжусь нашими. Один другому отвечает, ну и шо, говорит, ну и шо, помог ему в Америке его английский.